Министр юстиции Абхазии Анри Барцец отметил, что проблемы мотивированного отказа в выдаче свидетельства о рождении детей Галского района связаны с отсутствием у их родителей соответствующих документов, которые установлены законодательством. Фактов немотивированного и незаконного отказа от выдачи свидетельства о рождении при наличии всех необходимых правоустанавливающих документов со стороны нашего ЗАГС нет. Незаконных действий со стороны подведомственных организаций Минюста нет. Руководитель Галского ЗАГСа Нино Ашиба подтвердила, что никаких неправомерных действий гражданам района со стороны ЗАГСа нет и не было. А просьбы и обращения, которые были не удовлетворены, несут под собой основания. Первая и главная проблема – отсутствие у родителей удостоверяющей личность документов. Вот такой момент, который существует уже очень много лет. Причем отказ, как правило, мы, естественно, ссылаемся на закон, и существует такая статья 11, в которой прописано, в случае нашего отказа мы, как правило, если граждане это требуют, мы отказ производим в письменной форме. Они могут его обжаловать в Министерстве юстиции, обратиться туда. И мы уже как бы, но таких действий со стороны граждан за мою бытность не было. Я понимаю, что ЗАГС не может вольно интерпретировать закон. Есть закон, буквы закона, она четко и должна их обязана выполнять. Но когда наш закон, к сожалению, он такой, какой есть, и он создает проблему жителей этого района, нет у родителей никаких документов. Что делать с ребенком? Если закон в этом плане не может быть гибким, значит, нам, старшему поколению, надо подумать, как этот закон сделать более гибким в интересах наших граждан и государства. В завершении встречи министр юстиции Абхазии Анри Барцец добавил, что вопрос выдачи свидетельства о рождении детей, родители которых не имеют соответствующих документов, будет представлен на обсуждение в парламент. Сария Кварцхелем, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.